наоборот, врагам не удастся сделать так, чтобы борьба России за свой суверенитет, за свою свободу, за историческую справедливость, за права своих соотечественников, которые живут на Донбассе, в Крыму, не удастся сломить Россию в этом направлении. Россия победит, несмотря на все то, что происходит, несмотря на вот эти позорные и грустные акты террористические. Я уверен, что весь мир, все прогрессивное человечество, как и мы вот сегодня, как люди, которые собрались здесь, у посольства, для того, чтобы возложить цветы, сегодня скорбят, но и одновременно поддерживают. Мы желаем мужества народу России, мы желаем духовной силы, и мы надеемся, что ничто не сломит, ничто не позволит врагам помешать для созданию мира, который будет основан на справедливости, без нацизма, без колониализма. Мы, армянский народ, очень, к сожалению, очень хорошо на своей жизни, на своей судьбе почувствовали, что такое колониализм, что такое нацизм. И поэтому вся прогрессивная часть армянского народа, она с Россией, а это критическое большинство нашего народа. Мы всегда были с Россией, и сегодня, в этот тяжелый день, тоже с Россией, поэтому мы сейчас здесь. Факт представительности. Майк Лобухонян, руководитель партии «Союз конституционное право» и координатор движения «Сильная Армения с Россией за новый союз». Спасибо.